Ну, конечно, когда такая теплая солнечная погода, делать это гораздо приятнее. Кондей! 100%. Да. И как... Шикарный живит. Как показывают данные, я на лице 2, сейчас... Бардачок. ...потоки активно растут, особенно летом. Стало очень много самостоятельных путешественников. Например, в Татарстан приезжают 60% туристов на автомобиле. Что это для нас значит? Это значит, что они вот так типа